Привет, Бак! У меня есть для тебя работенка. Интересно, сколько их еще? Yeah!
ранена. Пусть еще крови потеряет. Лучше навалимся всей кучей. Она уже ослабла. Не стоит рисковать. Что вы тут делаете? Мы наемники, сейчас на службе короля Хенсельта. Нас на разведку послали. Сперва мы едва из тумана выбрались, а сейчас вон нарвались на бешеную троллиху. А ты кем будешь? Я Геральт из Ривии. Ведьмак Белый Волк. Нам бы пригодилась помощь профессионала. Поможешь? Я вам не позволю ее убить. С каких пор убийца-чудовищ встает на их защиту? Не твое дело. Она мне нужна. Оставьте ее. Она у меня двух людей убила. Уступите. Она никому больше не причинит вреда. Не хочешь помогать? Так не мешай. Мы сами справимся. Троллиха должна жить. И я сказал, она умрет. Сперва придется убить меня. В таком случае, адью. Хватит. Мы сдаемся. Сложить оружие. Пощади нас, ведьмак. Король заплатит за нас выкуп. Мне не нужен выкуп. Оставьте троллиху в покое и уходите. Ты позволишь нам уйти? Через мглу вам не пройти, это верная смерть. Мы, кондотьеры, смерти не боимся. Но и не нарываемся. Ведьмак прав. Командир, мы должны были найти ведьмака. Лысого, с медальоном змеи. А этот седой и с волком на шее. Вы ищете Лето. А вы знакомы? Можно и так сказать. Я тоже его ищу. Что вы о нем знаете? Шиала де Тенсервиль велела нам прочесать все ущелья. Но мы ничего не нашли, кроме нескольких мертвых эльфов. Ты знаешь, где... Я бы вам посоветовал податься к мятежникам. Никогда такого не делал. Я Адам Панград, а прозвищу Адью. Здесь вы долго не продержитесь. Повесят нас. Но на то, что... Людька! Может, ты знаешь? Тролль знает. Людишка, тролль не хочет, но пойдет. Ты другой, добрый. Старая вернулась. Хорошо. Нравится. Дай мне. Дам рок. Будет. При... Ты что делал в логове?